Снова здрасте. Кто-то из новичков, ну, может быть, не только из новичков, кто-то спрашивал, мол, как оттуда достать сеточку, фильтрик этот маленький. Кто-то его там найти не может. Ну, тут как бы ничего сложного. Ну, сейчас вообще все просто. У меня насос снятый на столе валяется. Конечно, на машине немножко неудобнее. Но, опять же, когда нужно достать чего-то из этого дела, между корпусом насоса и боком двигателя желательно напихать вот так вот тряпок. Ну, не поленитесь. Напихивайте сбоку тряпки. Когда будете вот это дело разбирать, тут шайбочки могут соскакивать. Вот эта тряпка, она не даст ему лететь. И потом, ну, при наличии пинцета, либо же вот таких вот медицинских зажимов, потом все это можно нафиг подоставать. Да. Ну, а тут все просто. Открутили. Ну, естественно, не пальцами. Хрен вы его пальцами открутите. Я обычно, ну, достаю пинцетом. То есть туда его вот так. Хуякс, вот она пружинка. Ну, ее все, наверное, достают. Эту пружинку. Да. А вот достать фильтрик в таком вот положении крайне сложно. Ну, кто-то изъебывается там. Что-то там тонкое туда засовывает. Я вот, допустим, пинцетом. Я никак не, ну, не получается у меня ее там оттуда доставать. Не получается, и хоть выебись. Поэтому я не ленюсь. Обычно беру шестигранник. Нафиг откручиваю всю эту конструкцию. Да, убираю. Вот это все, блядь, убираю. И тогда уже спокойно. Достается эта сеточка. Что она имеет вот такую вот гондончиковую форму, и пинцетиком она там хорошо достается. Если там пихать всякие проволочки, ну, есть шанс ее повредить. Ну, тут уж, как говорится, кому как, кто во что горазд. Такая страшная, блядь, забитая. Ну, как-то так, ищите у себя, если кто не находил. Всем привет. Хочу вам рассказать про взаимозаменяемость штуцеров входа топлива Т2Д. Это вот наш насос Вейловский. Некоторые сталкиваются с такой бедой, что когда выкручивают вот этот вот штуцер, болт подачи, он ломается. И вот встает вопрос, чем же его заменить. Ну, где-то, конечно, можно и найти и такой, там, у топливщиков и прочее. А топливщики говорят, ребят, мол, подходит от Тойоты. Вот насос Тойоты. Это с двигателя 30Т. У него он внешне другой, конечно же. Тут у него имеется вот колпачок такой, накручивается. Он прижимает шайбы эти. Саму эту трубку. Так вот он выкручивается. Вот. И вот он так вот он выглядит. Наш Вейловский выглядит по-другому. Все, выкручу. Выкрутили. У нас есть вот эта вот проставочка. То есть вот они два. Как бы с внешне они, конечно, да, абсолютно разные. Но наш бывает ломается вот здесь вот. Не раз уже я слышал это, ребята на форумах, в чате пишут, что выкручивают. И он вот здесь вот тонкое место выкручивает, ну, отламывается, переламывается. Как бы неприятненький момент, да? Ну, если, допустим, у вас под боком есть насос 2-3C, там, 2-3L, какой-нибудь убитый насос, или у знакомых там, ну, с него, короче, можно взять вот этот штуцер и поместить его к нам. Он по резьбе все абсолютно подходит, то есть спокойненько его туда вкручиваем. Единственное, в этом случае
Вот эту вот проставочку уже ставить не придется. Ставим нашу трубочку, и она вот здесь уже не попадет, правда. Но я думаю, это не проблемка. Да? И прижимаем ее вот этим вот тойотовским колпачком. Ну, не забываем, тут вот все три прокладочки нужно медные поставить. У кого-то медные, у кого-то нет. И все, и такой вот маздовский насос с тойотовским штуцером. Так что да, все пучком, все идет. Ну, вот здесь даже можно будет что-то подогнуть, кому сильно это нужно. Я думаю, эта штука, она и так хорошо будет держаться. Ну, как-то так.